Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня поиграем в R5A1. Согласно моей традиции о том, что надо начинать с низов в эту игру, чтобы не сильно много фрустрироваться. Ну и заодно я проверю вот эти вот достаточно редкие вещи, которые не использовал никогда. Ну, собственно, пистолет — это мой фаворит, а из особого оружия мой фаворит — это винтовка с тепловизором. Дрекер, по-моему, вот этот. Но сегодня, поскольку это такой более пробный, я не знаю, пройду или не пройду. Скорее всего, если вы увидите это видео, значит, пройду. Вот, но я пока сам еще ничего не знаю. Вот. Так что я прохожу с ботами спокойненько, без спешки и на экспериментальном таком настроении. А где товарищи? А, наверное, сейчас. Откуда здесь дождь? Что там постоянно дождь? Что за атмосферные явления ночные? Тихо, не разбуди их. Выключи. Остановитесь, оно пульсирует. То есть такой вот лор. Охрененно все понятно. Но мы постараемся не лохануться. Темно, красненько. Зона 6.1. Как бы не сильно отличается от... Ах, надо еще вспомнить, как это работало-то. Смотрите-ка, деревце какое-то есть. Обычно тут бетон. О. Я же забыл, как я не люблю эти удерживать, чтобы открыть. После Дарктайда хочется бежать и подсечками скользить. Да ладно, нормально. Один. Два. Схуяли вы стреляете, ребятушки? Так, ну что там у нас? Пэм. Давайте посмотрим, что у нас там. Подождите. Нужно найти 346-й терминал. Что у нас тут вообще есть? Пинг. Терминал. 346. Есть такая хрень? Раз, два. Да, что-то какая-то херня произошла с микрофоном. Сейчас мы тут... query... терминал... 346. И где же оно находится? Типа ищет, да? Лист зон. Есть у вас такое? И... А, ладно, нет. Ctrl-C. Можно Ctrl-C тут нажать такое? Ладно, ладно, я понял. Я не... Я херню сделал. Так,
Ладушки, тогда... Подождите, блин. Я уже забыл, где я нахожусь. А, нахожусь я в зоне 63. Ну, хоть не 51, правильно? По-моему, наверное, отсюда, из этой вот зоны 51 берется вдохновение для... Для вот этих вот названий. Так, ну что тут здесь искать, я вообще не понимаю, как бы. Мы вообще находимся где? Зона 61Б, то есть пара зон. Пара зон. Так, что тут у нас такая? Эй, блин, где ты там ресурс локер нашел? Внизу, тут. Да, спасибо. This door. Подождите, мы тут все исследуем, посмотрим. Что-то сожрали, блин, а? Так. А, на таб. Не на М. Так, подожди, как тут управлять этой картой? Так, ну что там у нас? Тут ты хрень сейчас найдем. This door. Resource locker. Что тут есть? Ничего тут нет. Только с панталыку сбивает. Так, значит, мы были здесь, здесь ничего нету, значит, надо попробовать сюда, что ли. 61. Да я знаю, что может тут ничего нету интересного. У меня чисто исследовательский интерес. Моя радость, усни. Домипо. Вот так вот все. Тихо, тихо, тихо. Никой. Я пошли наверх обратно. Нормально. Здесь почистили, почистили. О, это дело хорошее. Куда вы там претесь? Непонятно. Так, сейчас, что по карте? По карте все понятно. Точнее, непонятно, но понятно, непонятно. А, спасибо. Она такая белая труба это была, как будто... Правильно, что тут выеживаться-то? Так. По карте мы находимся.
Чё, все в порядке? Все, все здесь. Так, что у нас по карте, по карте, по карте? По карте, по карте, по карте. Так, тут у нас дверь была? Дверь была. Чё за дверь? Понятно. Ну, почти понятно. Короче, тут бегаешь туда-сюда. Так. Там почистили, здесь почистили. Так, это мы здесь были. Это у нас... Тихо-тихо-тихо. Ни хрена не видно, но очень интересно. Что за... Ага. Ладно, тут все проведали, посмотрели. Киюшки. Киюшки, что здесь за подъемчик? А, на ешечку надо нажимать. Ешечка, ешечка. Угу. Давайте, выходите. Так, что-то у меня по жизни вообще на десяточку уже снялся. Ух, какая большая зона. Так, а что она там открывала, блин? Вот открылась дверь, и хрен его понять теперь. Так, что тут у нас? Так, пулеметная турель. Что там? У всех 67, правильно? А, она дает нам... Хрен его знает, сколько она дает. Фонарь. 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 Светящаяся палочка. Может, антидым надо было взять? Нихер. Тут это выеживаться. Супер, прекрасно. Tool refill pack. Пи-пи-пи-пи. Ладно, я на себя как бы раскидаю. Где-то пятерочка, вот. О, супер. Занимательно. На, жри. А, собака сожрал. Отлично. Отличное завершение. Так, что там у нас интересного? Ничего интересного. А, вот это вот интересно. О, фонарик. Ладно, берите. Бесполезно, конечно. Но тем не менее. Зона 63. О, значит, проверку. 63-ю зону. Так. Понятно, нам сюда, нам сюда, нам сюда, нам сюда. Давайте закроем дверки, чтобы не смущать всех.
лишних. И давайте здесь пройдем. Так, что там у нас? О, шкафчик. Кто ж так строит-то? Такой реально, это такой набор. Набор случайных. Выходите, да? Я помню. Что-то не помогает ваш фонарик. Ну, как бы и не должен был помогать, правильно? Так. Я где нахожусь? Я смотрю в другую сторону. Мне нужно посмотреть сюда. Правильно? Нет, не сюда. Вот сюда. Здесь какая-то мега ебучая хрень. Нет, она все-таки здесь. Короче, ни хрена непонятно, очень интересно. Так. Как я вот... Я хочу вот сюда попасть. А, ну вот, наверное, здесь нет. Вот, давайте здесь как раз-таки. Да, дверки. Там вроде ничего интересного не было. Тут вообще никого нету, да? Это так по фану, 64. Ну, мне кажется, что одной деактивацией. Тут не обойдешься. Тут еще придется, видимо, куда-то там бегать. Правильно? Правильно. Так, значит, нам нужно вот туда. Так, туда, вот эта вот дверка. Я, в общем-то, в правильную сторону смотрю. Пойдемте. Ну, почти правильно. Вот сюда надо смотреть, да. Как вы вообще здесь жили, блин? Что вы здесь делали? Это жилые помещения, не жилые. Как бетон. И... Миссии. Так. Открывай. Да. О, прекрасно. Ой, я тебя вижу. Не волнуйся. Что там за терминал? В зоне 63, правильно? Это какой терминал, кстати говоря? Так.
Эль-Терминаль 386. 346 надо найти. Сейчас мне винтовочки не хватает, реально. Тык-тык-тык-тык-тык. Точно выстрел и... В смысле выстрел, это как... пневматическое копье, чтобы так вот вырубать нахрен все. Не может быть, чтобы человек мог так пнуть прямо, чтобы башка раскололась. Ну, в смысле, как оно показано здесь. Ладно, игра. Игра. Что наша жизнь? Икра. Так, ну значит мы приперлись отсюда, потом пойдем сюда, 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 сюда. Там дверка не закрывается. Там еще одна дверка, да, я помню. Что здесь у нас? Охраняемая зона от З. Да не интересно, пойдем куда-нибудь сюда. Да, ничего нет, блин, пустые помещения какие-то. Похожешь, какие-то хрена артефакты набираешь. Чего с ними, нахера они нужны? Может где-то там на следующих уровнях, но так, вообще бесполезные, беспонтовые вещи, на мой взгляд. О, я вижу пароль. Блин, повторение как будто. Палки-бросалки.
там, а вот там присел покакать. Все, этот коридор очищен, это прекрасно. Так, ну что, у нас дальше тут какая-то хрень. 63, да? Тихонечко, тихонечко. Спасибочки. Не то чтобы я просил, но дело хорошее. Что это такое? Те, кто не сумел обратиться во славу червя, или как это можно обозвать? Супер, забирайте. Эх, дурацкие условия там, типа, стекать нельзя, что-то там. Пипец, придумали. Все такое реалистичное, реалистичное, только сидишь вот тут. В режиме реального времени обсираешься тут. Чтобы тебя не поймали там это. Она потом такая, эй, чувак. Давай мы на тебя игровые условности опустим. Неудивительно, что им не нравятся моды. О, что-то интересное нашли. Я здесь был, пиво пил. А нам здесь уже не надо ничего, нам надо вниз. Пошли посмотрим, что там внизу. Здесь может быть дырка. Есть кто из обиженных? Но это совсем уже обиженные. Им уже не поможешь. Так, что здесь такое? Пипец. Пипец. Пипец, а? Зон 63. А-а-а, 543. Генератор какой-то еще. О! Возьмете? Супер. Красавцы.
Кава здесь нет. Я смотрю, есть нет. Ё-моё. А, точно на этих терминалах надо посмотреть. Мы же обязательно забэктрекаем это все. Туда пошел, обратно пошел. А вот терминал еще какой-то. А, нет, не терминал. А где тут тебя найти? Генератор. Ё-моё, ну кто-нибудь бы. Антидым захватил. Кто же знал, что тут такая лажа с этим произойдет? Да я посмотрю, что тут есть. Потому что пока что вообще ни хрена непонятно. Балкхед. Нахрена мы его взяли? Так, окей. Что-то из разряда, как правильно проходить лабиринты. Надо держаться правой руки. Там говорил, что правило хорошее, но если можно лабиринты и построить в другую сторону, тогда будет неинтересно. Хотя все равно это, знаешь, это все же замкнутое пространство. Единственное, если там будут ловушки какие-то. Так. Это дверь наверх. Дверь наверх, дверь наверх. Где ж тебя найти теперь? Чудо-юдо-рыбакит. А, где ж терминал теперь найти-то, а, ребятушки? Хитрит Мадрид, блин, господи. Что здесь такое есть, а? Что-то похожее есть на... Целку или что-нибудь второе. Нет, только артефакты какие-то. Ладно, черт с вами. Нет, так мне это обидно, конечно. Так зря пролетел вниз. Требуемые предметы. Куда они требуем, блин? Так, где у вас тут терминал? Security door. Блин, что, обратно бежать? Ну пиздец вы, блядь. Бесите, суки. Блядь, пиздец. Прям пош... Фу, вот здесь вот аж терминал. Дверей здесь больше не было, правильно? А подожди, что это такое? Я четко помню, что я все тут уже облазил. Довольно. Так, где я? Такое ни хрена нету. Так, не то. Ладно, пойдем поищем. Какой-то ключ нашел, ключ нашел. Блин.
сюда куда-то, нет, да сюда. Блин, а? Пипец. Геймдизайнера, блядь. Лист цел. Ну где эта целка находится? Чё там надо? Там не какой-либо все равно. Query cell 705. Ну блин, тут ждешь, там ждешь. Четыре. В 62-м, да? А, ну что-то вообще не то. Восемь три восемь. И 780. Конечно, все остальное такое из разряда. Но может быть да, может быть нет, скорее всего нет. Так, 705, да. Query. А, мы находимся в зоне здесь где-то указано. Ни хрена не тут не указано, конечно же. Это зона 61, а там 62Б. 62C. 62C. Ну и надо как-то узнать, где, в какой зоне конкретно. Потому что, блин, сейчас лист зон 62C. Ладно. Пинг. Цел 705. Это казалось проще. 73 ария С. В Цешечке, да? А Цешечка у нас вот прямо вот здесь вот. Как-то я пропустил. Цешечка, вот она, Цешечка, здесь вот. Ну, пойдем. Давайте закрываем двери. Осторожно, двери закрываются. Тю-тю-тю-тю. Цешечка. И вот мы в Цешечке. И... Кто там ездит со страшной силой? Поскольку никто нам не помогает пинговать эту ебаную батарейку. Теоретически. Сейчас, извините. Теоретически оно везде тут может быть. Ну давайте. Где эта гребаная батарея? А у нашей у любви села батарейка. Ай-ё-ё-ё, батарейка. Что происходит? На улице дети активизировались, ни хрена непонятно. Так, я здесь не бывал, и вообще нахрен я сюда зашел. Так. О, батарейка. Кто, блять, оставляет инвентарь? Полезный инвентарь в каких-то злоебучих дебрях. Так, блин. Вот дали бы кому-нибудь. Типа вот так вот лежит просто, знаете. Ничего такого особенного просто. Просто лежит и лежит. Пойдемте. Подключим ее. Узнаем нашу судьбу.
Что она такая тяжелая, что ли, или что? Ну, видимо, да. Блять, ну ты мудак, что ли? Ох уж эти боты, а? Пиздец. Сиди сюда. Сейчас. Ну, ты пойдешь? Чувак, чего там у тебя? Ты вообще как здесь оказался? Пипец, ну ты дебил. Все, пойдемте, блин. Все сюда. Блять, еще нас будут гонять здесь, да? Dance Dance, сука, Revolution. А, вон ветер дождем. Ну тут только одна дырка. Это вот, собственно, она и есть. И я ее поставлю вот так вот. Как-то так вот, наверное. Или вот так вот. Чё? Злые бучие твари. Так, дальше. Дауда, давай, да. Что у тебя там такая Дауда? Снайперка, да? Так, Дауда. Сентриган, Сентриган, Сентриган. Хрен я знаю, что это за Сентриган. Наверное, все-таки, да, шнайперка. Просто. Или оно не рассказывает. Yes, yes. Yes, my lord. Так, давай-ка вот Дауда переустанови. Pick up your deployables. I will do it. Реально забирает. Ой. Попробуем так, что ли? Что еще остается делать? Ладно. Ой, бля, я ж не закрыл. Блять, 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 блять. Ладно, хуй с вами. Я молодец. Я пиздец какой. Молодец. Нет времени на кровяку. Все, пиздовали отсюда. Тут даже не особо это и понадобилось. Ах ты, сука. Интересно. Ну что? Pick up your deployables. I will do it. Pick up your deployables. Yes. Pick up your deployables.
даже не понял, что произошло, оно само. Не виноваты мы, оно само все. И даже дверку не попортили. Только я спотыкнулся, упал, проснулся, гипс. Че там кто-то там? Открывайте двери. У-у-у, сколько вас тут? Да, они действительно in deep shit. Ну вот, блин, зараза какая, да? Одно неловкое движение. И тебе... Ну вы молодцы, просто пострелять любители, да? Дай боту пушку, он из нее и застрелится. Здесь ничего нету. О, антидым, ура. Если кому-то нужно, забирайте. Вообще бесполезная штука в этих. Понапридумывали ассетов, которые вообще не работают. В тех условиях, которые нам предлагают. Чё? Так, тут какая-то хрень, тут какая-то хрень, ничего интересного, блин. Какие-то лаборатории, туман, что вы тут курили, что ли? Мы сидели и курили. Вот тут вот какая функциональность, просто что-то делали. Погодь, я таки наверх сбегаю. Если... А, я тут уже был, чуть-чуть туплю. Правильно, тут одна только дверь. Есть. Тут ничего. Ничего тут нету. А, только вниз какая-то. Пипец. Странное место. А, вот дверка еще. Тихо, 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 не волнуйся. Ну чё? We got sleepers. And sleepers got us. Тихо, 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 тихо. Не волнуемся. Вот. Куда ж ты, блин, стреляешь-то? Супер. Медипак. Да, это то, что мы здесь видели, правильно?
А нет, это не то, что мы здесь видели. Мы видели немножко другую картинку. Как? Сейчас, подожди, я тут. Не, вернись-ка. Вернись-ка. Я хочу начать. Ну, куда ты, блин? Чё ты там застрял-то? А, молодец. Все, давай. Отходи. Отходи, отходи, отходи. Сидели и курили. Начинался новый день. Ну вот, такое бесполезное помещение. Какой-то левый артефактик найти. Давайте выходим, выходим, выходим. Нехер тут делать. Надо идти все-таки вот сюда, 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 сюда. Чё, спасибо, да. Вижу. Ха-ха-ха. Так, ну чё, давайте дальше идем. Это просто шорткат какой-то. Надо посмотреть, что там внизу творится. Дышать свободно теперь можно.
не то чтобы очень полезно было, но... Ну-ну-ну. Так, сейчас по этой самой. Так. А, вон она, эта суровая. Цаца такая идет, а? Спасибо. Это было полезно. Блять. Сдохни. Так, что там у нас? О, 346, наш компьютер. Так, ну что там, антидым у нас еще две штучки есть. Нет, чтобы в количествах указывать, они там проценты какие-то. Ёкарно бабай. Что за херня? Придумали. Так, ладно. Скорее всего, там ничего внизу нету. Это просто по съёбкам. Надо отсюда. Потому что уже подзадержался на этой миссии. Так, что тут? Это убили, это убили. Ну, вот на всякий случай поставим. Турелька, мало ли тут какая-нибудь... суровые. Все. Это же не стрелял, а? Ну, хорошо, конечно. Так. Подожди, что там нужно? Override lockdown, да? Так, Е. Локдаун. О, точка выхода. Зоне 65. Все, забирайте. Блин.
Наверняка эту миссию можно было просто на скобу пройти. Так, только теперь надо как-то придумать. Ах, в жопу этот ящик. Так, блять, бэктрекинг такой. Эх. Давайте, проходите. Последний закрывает двери. Сюда? Не, не сюда. Просто идем вперед. Да. Большие двери. Тут ничего не попишешь. Я бы ожидал, что игра меня как-то удивит после того, как я ввел этот оверрайд. Но нет, вряд ли. Там какие-то. О, откуда вы приперлись? А, это я там, наверное, дверь открыл, да? Или не закрыл, наоборот. Там закрыл, тут не закрыл. Ну, я молодец, как говорится. Да, кстати говоря, нету никаких жеж этих... ни канализации там, ни вентиляции, из которой могло бы все это дрянь прибегать. Оно просто вот появилось и все. И да, заспавнилось, то есть... Как к этому относиться? Побегли ботаны. Давай, выходи, ё-моё, мудила страшная. Сюда. Молодец, красавчик. Как с даунами, блин, общаешься. Дауны, может, еще ухидрит, мудрит. Куда-то я упал. Дауны, может, еще понятнее. Это я оскорбляю их сравнением с этим ботом. Где бот? А где бот? Бля, это куда ж? А, вот он. Крутится, блин, везде. Эх. Это я, добрый, эх. Так, ну мы все зачистили, в общем-то. Пойдем. Здесь мы были, там мы были. Никакой проблемы здесь не было. Тире-тире-тирем, балки. Просто проверка, ничего такого. Давайте открывайте, что ли. Так, вот здесь появятся еще какие-нибудь твари. Такое ощущение, что вот эти маркеры, они нужны для ботов. Интересно.
Вставил? Нет, все нормально. Ну, если вы раздаете потихонечку все это дело, то это даже ничего, так нормально. Угу. Всем стоять, не дрыгаться. Нахрен не нужен. Зон 65, что там у нас? 65, зона 65, вот это вот. Ну, спасибо. Так, что там, зона 65, да. А это что у нас? С тобой случилось, ты походу из этих вот как раз таки какой-то забавненький. Ах ты ж, сколько вас тут. Тихо, блин, что-то вы как-то сгруппировались не по делу. Ну, спасибо, сразу же прямо так оперативненько. Фонарик опять. Бесполезный фонарик. Балкхед какой-то. Ага, аськи. Ладно, пошли, нехер там. Подожди, в смысле? Так оно же у меня. Блять. Как вы бесите? Какой нужен? Чё там нужен? ДЦ-263? Query Bulkhead ДЦ-263. Был такой? Зона 64. Ну, давайте. Пинха. Хед ДЦ-263. В цешечке. А мы где находимся? Мы находимся... Блять, чё, где... Чё нам... Надеюсь, нам не надо возвращаться, а то это будет очень сильно некрасиво и обидно. 64. Сот. Бляха-муха. Наверное, все-таки... А, вот. Агрессивная ас, волчь. Тихо. Ой, да, я ж на вас свечу всякой дряни. Естественно, что вы агрессивны.
Чурюх. Все 4, да. Ну, спасибо. Не то, чтобы я прям... ничего интересного. Так, ну что, 3D, что за хрень? Пойдемте посмотрим, может, что интересное будет. Door unlocked. Пойдемте. Пойдемте, что, жалко что ли? Давай, проходите. Ди-ди-ди-ди-дюм. Открывайся. О, здравствуйте. Красивая такая вся бляха-муха. Блять. Как это, сука, работает? Так. Ладно. Я хотел воспользоваться оружием. Пользовался уже. Так, где мое второе оружие? Большое и жирное. Все. Супер. Поднимайте. Но тихонько не получилось. Ну и хрен с ним. Зато пострелял. Немножечко. О, еще один. Образцы растений. Да, вот так вот. Нечего тут. А вон там вот. Да, don't make a sound. Блин, чё все такое грязное? Где это оно? А, я свою не поставил же. Не могу понять, я молодец или не молодец. Или так себе. Пускай здесь так стоит что-то. Так, откуда вы такие красивые прибежали-то, а? Образец какой-то.
Как оно должно выглядеть? Блин. Че хреново искать, когда ты не понимаешь, что ты вообще ищешь. Боты мимо бегает, не понимаешь, это что такое у тебя мелькает на фоне. Один момент, дорогие товарищи. Привет. Так, я вернулся. Идем к завершению миссии. Сказать, а вот надо было записывать, где же эти гребаные генератор 349 сюда. Абсолютно. Deep shit. Так, что по карте? По карте вот это ясно, это ясно, это мы обошли. Нам сюда, значит. Что-то у нас тут такое, а? Так. Что интересного? Ничего тут не налутаешь. Какой-то бетон у нас хреново мокренький. Грибкообразные. Так, телек. Давайте идем сюда. Так, вот это не очень весело. Door.
то чтобы я тут просто, чтобы спокойнее было. Опять бесполезно. Ну ладно, нормально. Так, ладно. Pick up your deployables. Damn. Так, ну, то все понятно, 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 понятно. Идем сюда. Боты, а... граната. Гранатен. Включите резервный генератор, да. Интересные тачанки, да? Еще один генератор. Терминал, правда, у вас далеко. Неоправданно. Типа, походите, побродите. Блин, я потерял тэшечку. Блять, эти баги, конечно. Типа никого больше нету. Можно стрелять, да? Ладно, я понял. Так, а тут, значит, нету никаких. Там, значит, там, значит. Подождите-ка, дайте глянуть. Чё, дверей нету? Никак? Просто обозначено, что где-то там есть эти заходы. А, типа зашпаклёвано по-страшному, да? Ну давайте. Так, что там? Компьютер вы хотите, чтобы я воспользовался, да? Так, я туда смотрю. Я смотреть туда. Видеть борода. Уже заюзано. Давайте 924 109 838 780. Ахаски. Так, query cell
3, 2, 4. А где ты находишься? 191. В зоне пинга, кстати. 1. Дальше. То же самое, только 109. Студиса 2. 1, 9, 2. Дальше. 8, 3, 8. 1, 9, 3. 3, 1, 9, 3. And 7, 8, 0. Студент 4. Все очевидно. То есть одно за другим надо открывать, да? Хорошо. Ну тогда пойдемте. Пинганем цел. 100. Нет, 924. В бэшечке. В Африке горы бегемоты, а что я хотел еще? Сто девяносто один Б. Чего, бля? 191 Е. А, во, вижу. 101. А где 191? Где Б? Вот здесь вот, в этом квадрате. Нормально, пускай стоит, прикрывает жопу. Так, ну значит тут, да? Вот тут вот где-то. Блин, как мы пропустили эту дрянь. Вы ж не можете, правильно, пропинговать. Какая-то дрянь положила батарейку непонятно куда. Моя батарейка, плюшевый мячик игривого мира. Бля, ищи, блин, в темноте, где это ее гребаная батарейка? Что она там сбоку где-то валяется в трупачине какой-нибудь? Нет, ни хрена не валяется там. Блин, а как ее пропинкать? Как ее пропинкать, если... Здесь еще вот это тоже. Бля, пипец, попал. Ну а если я попробую ее пинган, откуда вы там появились?
такие заспавнились. Типа долго тебя не было, да? Блин, а? Ну что за пипец? Что там у нас? ЦЛС. Рид. Логс. О. Рид аута ген статус лог. Давайте посмотрим. Фигня, фигня, перепредупреждение, что-то хрень какая-то. Давайте почитаем. Read RHH U777KD. Что-то там. Легион, персонал, опс, год 1395, архивы, переписка, одна папка, 5 файлов, файл 1 из 5, частное шифрование, почтовый сервер, смс, Дин Локвуд, Дженсона Дэвису, 25 января 2028 года, связывание свободных концов. Мистер Дэвис, все устроено. Я лично проверил назначенную ему охрану, его доставят прямо из лондонского офиса в аэропорт Сити. Я также разместил людей в его доме, чтобы сообщить, если у него возникнут подозрения. Наша связь с посольством Венесуэлы займется утилизацией записи о въезде и оформлением визы. Его доставят прямо из аэропорта в конспиративную квартиру в Валенсии, где возьмут его паспорт и поставят метку, запрещающую полеты, чтобы он не нашел выхода. Мы ожидаем, что город перейдет под контроль повстанцев в ближайшие несколько недель. Нам нужно будет обеспечить безопасный проход для некоторых из наших друзей, чтобы убедиться, что все идет по плану. Да, границы ключены. Поскольку повстанцы приближаются, я хотел бы сделать эти приготовления сейчас. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы видите какие-либо проблемы с этим. Я слышал об акции. Заслуженно. Дайте мне знать, если тебе нужно что-нибудь еще. Наверное, вам все-таки, а не тебе. Но в английском нету этого you. Ты и вы. Угу. Что там? От Дженсона Дэвиса Дина Локвуда. Дин, я считаю, что Валенсия была бы идеальным местом для него. Сделайте аранжировки. Янсен Дэвис. То Янсен, то Дженсен. Окей, дальше. Все. Окей, ладно. Хорошо. Клер. CLS. Так, ну тогда где там пинги? Пинг, цел. Что там у нас было? 924, туда. Оно должно быть такое взаимосвязывание. В одном вставить, в другом потерять. Угу, все. Так.
191. Так, что там, куда там надо идти-то, да? Сейчас узнаем. Все узнаем. Тут еще какая-то батареечка. 191Е. Это что у нас? 192. Да, вот нам сюда. Подключить надо. 851. 851 это у нас... а? Это вот этот вот. Потом снять, может быть, не можно было бы, да? Один раз воспользовался. Блин, аккумуляторы. Те зла вонючие. Зла на вас не хватает. Тихо в лесу. Только не спит барсук. Сам себя развлекаешь. Ну давайте уже. Что-то у нас такой, хо-хо-хо. Ой, бляха. Ай, блядь. Да, еще надо. Вот, блин. Такая стрельба не очень удобная, она даже не естественная какая-то. Ладно. Вот тут вот идите возьмите. Что там? Пинг, цел, 109. Д. В Д-зоне.
с тобою, Рик и Морти. Нас ведет. Мы оттуда пришли. Вот что-то знают. Наверное, знают, потому что это последний. А, нет. Совсем последний, но тем не менее. О, plant sample. Что, кто-то еще сюда собирается? Нет? Так, никто. Pick up your deployables. Yes. Pick up your deployables. I do. Pick up your deployables.
что тут у нас такое? Пица. Ага, спасибо. Слишком долго игра вызывает усталость. Угу. Там это. Кстати, уже ходили каким-то... А, понятно, каким образом. Так, ну что тут у нас тогда? Какой язык, а? Огромный, блин. Хорошо, да, да. Да, блин. Факин усталость уже. А вот. Цел 109. Ура, нашли. Пам-па-па-пам-пам-пра-па-па-пам. Чем мы там? Два plan sample, а нужно 6. Да хрена. О. Артефакт смотритель, ядрит Мадрид. Все посмотрели, в общем-то. Так, теперь надо... Так, двери эти уже не закрыть. Дело. Тут, кстати, нет уже.
больше ничего интересного тут нет. Угу. Что там? Plant sample. Давайте посмотрим, может, на компьютере она. Query plant. List plant. О, есть. Query plant 11. Ага. Сто 94, окей. Девять 193. Дальше 101. Один 3 3 1 3 3 1 и 9 3 6. Готово. 339, 193. Это тоже 193. Дальше 331. Один 93, да. And 936. 6. Ага. Тоже 194. Понятно. Ладно, поперли. Так, ну что там у нас? Зона 193, да. Это что там надо? 333. Генератор 333. По-моему, он там. Бля. С3 алярма. Пойдемте сюда, да. Все. Пойдемте наверх. Блин. Dance Dance Revolution, да. Да блин.
пистолетик. Честно говоря, давайте поднимайте. Вот и пикап. Пикетап. Не, ну в каких-то местах боты очень молодцы. В каких-то очень не очень. Прекрасно. Ладно, что там у нас? Во-первых, нам нужно узнать пинг сел 838, и он находится в области С. А дальше пинг лист. План, по-моему, так было. Да, лист. Не, пинг. Пинг 101. Один, да. Это А. Это зона А. Дальше. Плант 339. А, я уже нашел, наверное, его. Да, 331. Я тут просто все записал уже, чтоб 300 раз не перепинговать. Эх, хорошо. Что за зона? Да худобедная у вас какая-то. Да-да, don't wake them. Чш.
пошел, значит, выполнить дополнительное задание, да? Задолбался сидеть на корточках. Концепт игры хороший, но, блядь. Жопу не ударят. 42% светящиеся палочки. Пойдем заберем. Вот она. Ну, будет нормально. Странно, что не стакается. Вообще какой-то пипец в логике геймдизайнеров. Наш скаутик. Что делать, а? Красиво отвалился. О, патроны. А мы батарейку нашли. Это прикольно. То, что они практически мгновенно здесь оказываются рядом со мной, это приятно. Так, я там около дверей стоял, наверное. Мыслители туалетные. Что там у вас? Ай, ба.
Дауда, чё ж ты не предупреждаешь? Так, блин, не беги. Так, хакет. Хакет, где хакет? А? Мы нашли. Мы нашли эту дрянь. Да-да-да. Артефакты, артефактики. Блин, уже больше 2 часов играю. Пипец. Решился взяться, да, за доп. Задание. Ха-ха. Нельзя. Угу. Так, теперь 191, это что у нас? 237, какой-то оверрайд. Ты не понял, конечно. А, может, сюда все-таки надо отвалиться? Три, 193, 1, 192. Ну да, наверное, все-таки сюда. А я где тут нахожусь? Так, что там у нас? Вытащить ее можно, если что. А что, S3, да, опять будем бегать туда-сюда. Не весело. Или весело. Смотря как посмотреть. Я свою турельку где-то там оставил и... Прости, прощай.
Может, не надо было. Да, я молодец. Бля, я молодец. И сюда. Спасибо. Так тоже. Чё? Тут тогда хитро, блин. Ну давайте. Пинг плант 911. Сашечка и 9366. Тоже в Сашечке. Где-то рядом. Где-то рядом. И тут говорят еще, да, пинг цел 780. Дашечка. То, чтобы было, чтобы это было офигенно важно.
пам 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 пам. Так, что там у нас такое за дверь была-то? Куда она вела? Ну, спасибо. Как-то все похоже, блин. На копипастили, блин, уровня. Туда зайди, здесь выйди. Палки-бросалки. Дело хорошее.
да? Сейчас. Найду одну вещь. Вот эту вот вещь найду зачем-то. И пойдем. Мы пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Все. Мы пошли и нашли. А вон там точка выхода. Прекрасно ведь, да? Мы в правильном направлении идем? Да, мы в правильном направлении идем. Мы идем, в правильном направлении. Папари, дари, дари, татари, 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 татари. Ну, наконец-то мы куда-то дошли. Так. Пускай будет батарейка, что там. Угу. Где зона? Зона наблюдает напряженно, напряженная. Я сам себе и небо, и луна, а у нашей у любви теперь есть пойдем. Пум-пум-пум-пум. Да, они там, походу, спавнятся. Просто на ровном месте. Так, хорошо. Хорошо, раз вы так, да? А, мы уже тут, в общем-то... Патроны, патроны, патроны. Патро, 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 патро. Это мой трофей, не надо тут. Куда ты его тянешь, куда ты его тянешь? Вот. Все. Надо закругляться с этим уровнем. Здесь что поза... О. Вполне себе ничего такой паренек на деревне. Неудачник как-то.
туда, либо сюда. Понятно. Пойдем посмотрим, что здесь. Так, окейшки. Я карта бабай. Это из гаражей. Ну, спасибо. Закрывать хочу, они хулиганы такие. Кстати, что у нас там было? Девушки, хорошо. О, артефактик чуть не пропустил. Так, она последняя. На одном крыле. Что у нас под турелем центре 90-64 Дауда где-то Дауда. Нет, ты бишоп. Ты хакет. А ты Дауда. Так, а ты Дауда, да? Забавно. Нам все-таки сюда надо идти. Ой. Да блин, дураки. Я не понял, но наверное это какой-то хитрый план. Может тут лесенка есть, а я не заметил. Ага, походу. Пространство такое маленькое. Если заставят бегать туда-сюда, будет не весело. Пропустил.
сука. Вот за это я и не люблю эту игру. В жопу ее. Блять, у нас еще 2,5 часа со всеми этими хуюшками. Блять, ну в жопу этот GTFO вообще заебал, честное слово. Это вообще какое-то неуважение реально к времени. Ну да, в общем, такие моменты, они очень сильно подрывают веру в человечество, подрывают веру вообще в добрые гении там. И ты вспоминаешь, почему тебе не нравилась эта игра. Так что, да, я хоть и не прошел, но вы видели, куда она нас направляла, так что... Вы, если будете проходить сами, будете знать, что, куда, зачем и как. И, в общем-то, что разработчики вам такую хуйню подсунут просто так, потому что они долбоебы. Вот. Знаете, и будьте бдительны. Вот. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шары, донаты. Присоединяйтесь в Discord. Не обещаю, что будем играть в эту игру, потому что реально, сколько уже играли, там возвращаться, наверное, один раз играешь, потом да ну нахер ваши игры эти. Вот. И да, скорее всего, в другой игре. Ну, в общем-то, да, подсоединяйтесь ВКонтакте, Телеграме, Фейсбуке. Мне везде будет приятно. Как бы странно это ни звучало. Короче, я рад любому товарищу. А на этом все. И пока-пока.